Всем пролетарский привет или рабочая крестьянская, здравствуйте. 11 июня, июля уже у нас на дворе 17 года. Стройка века. Да, собак? Собак в шоке. 3 недели, как мы начали стройку. Развели, скажем так. Забрали старые сени. Строим вот. Заливаем фундамент под новый пристрой. Другая сегодня. Все прекрасно, но мешает дождь. Он так сильно мешает, что просто корова. Вот здесь вот практически невозможно. Ноги по щиколотку вот в этом черноземе. Вот. А заливать еще прилично. Сегодня у нас, ты что, у нас 3-й день сегодня мы заливаем. Первый день выгнали яму сами. То есть то, чтобы как оно было, сравнялись с почвой. Вчера вообще не дало. То есть лило практически целый день. Позавчера тоже, кстати, не дал. И вот сегодня урывками как бы стараются. Ладно. Что хочется сказать по поводу. Ко мне не выходил на связь. Ничего не снимал, просто был занят. То есть вот с того момента, когда я косил траву в огороде, прошла практически так. Че, я, наверное, в среду косил? Неделя, в общем, прошла. Из этого, когда я косил, я выкосил днем. Да, в среду. В четверг. В это же, вернее, время начался дождь. И этот дождь идет уже неделю. То есть, в тот четверг. Вот видите, сколько сорок летает. Вот в тот четверг, вот оно сено, оно уже начало вырастать. Скорее всего, что мы с него ничего не возьмем. То есть, ну вот оно все. Буквально, фактически. Вот оно. Вот. Каждый день мочит. Суть дела, оно еще и зеленое. Но мочит каждый день. То есть вот, надо сходить туда на край, смотреть, что там творится. То есть я четко косилки я сделал, косилка меня достала, как я туда снял, так она и лежит. Ничего я себе не делал. Мне даже вот, вот эти вот кучи. Я думаю, что явно под ними. Оно еще живое. А зеленый. Вот тут конца. Там вот поле. Там дело побольше. Вот оно здесь вот. Вот тоже практически. Ну что сказать. Ну уже припахивает. Костер есть, костер, вот он лежит, да. Он уже начинает прорастать, вот, вот они. Пошли новые побеги. Не знаю я. И прогноз как бы неутешительный. Каждый день дожди. Каждый день дожди. Вот. Значит, в тот четверг. Ну да, в тот четверг буквально. Слышалось еще одна мечта идиота. Он взял и, значит, пошел по объявлению конной грабли. Сейчас я вам их покажу. Видите, какой не покушен, сколько осталось.
Значит, данная грабля сделана под трактор. Специально, который переделан их. Мы будем переделать еще и под моторблок. Пока не знаю, применить, честно сказать. Вот такой вот девайс был приобретен. То есть вот такая вот прицепка здесь. Стандартно вышла. Ну, значит, либо посваренная. Так. Что мы оставим в эту же дышку, мы оставим, только его укоротим. Режем его здесь. Проверим по мотоблок. Вот, в общем-то, все вот эти вот педали. Вот этот вот тормоз, или этот автомат. Вот эта вот педаль тормоза, которая дальше что делать? Которая фиксирует иголки на конечно точно по земле. То есть эти грабли точно так и не лежат. Вот все девайсы. Дай бог сегодня, может завтра, если завтра закончим, если сыпь, я займусь ей. То есть нужно здесь обрезать это, вот здесь что-то придумывать. Вместо вот этого. А еще что? С чего тут думать? Вот так вот, так, значит, 30 иголок у них, иголок. Все они на месте, за исключением здесь одной. Стоит такая маленькая игла. Ребенка, вот, который предотвращает намотывание системы на колесо. Не знаю, в работе я их не пробовал, но думаю, что они должны быть нормальные. Значит, вообще так состояние, я бы сказал, грабли идеально. Все в работе, все работает, вот они. Написано здесь. Модель СССР. Грабли поперечные, конные. КГ1О1. КГ1О1. Ну вот, все здесь ушли. Вот, то есть вот ушли. Гугли переключились. Ну а теперь будет вот такого вот плана. Ну вот, вообще. В принципе, у нас сделки внесли универсальные, чтобы они ходили за мотоблоком, да, и вот за этим трактором. Вот так вот. В общем, искал их на полгода. Буквально получилось так, что объявление. Приходит объявление, продают, и вам еще удачно сложилось, что продают их. В общем, деревня, ну, порядка, наверное, километров 30-40 отсюда. То есть надо же на чем-то их вести, а там была доставка. Доплатил я, в общем, отдал я за них 5000 рублей, я думаю, от того стоит. Вот. И доплатил 500 рублей за доставку. То есть, вообще нормально. То есть, если нанимать кого-то, просить бы, это мне бы не один. Рубля два бы минимум обошлось бы. Это я так думаю. Но рубль-то точно было. Так что вот так вот. Так, иголочки все на месте. Все прекрасно. Колеса такие свои родные большие. Вот так вот, в общем. Ну все. Женька Игнатьев. Сенокос тоже у мужика начался. Вот сейчас посмотрим видео, что он там снимал. Спасибо.